Леночка, моя очередь распаковывать, да? Я тоже хочу. Тоже хочешь? Да. У тебя есть. Я хочу распаковывать. Вот просто вот, видишь, какой размер коробки? Да. А внутри лежит маленькая фиговинка. Блин, интересно стало. Интересно? Фиолетовая камера. Что там? А? Что там есть? Нет. Шучу, не фиолетовая. Черно-фиолетовая. Коробочка, внутри еще одна коробочка. О, коробочка нету. Ну, на. Спасибо. Туда положите куда-нибудь подальше. Такая мягкая штучка вам нужна? Да. Забирайте. Там еще пакетик. Когда она закончится? С вот такими вот данными. Котеночек. Так, убираем все пакетики котеночков. Открываем котеночек. Самое интересное. Так, здесь у нас подставочка какая-то, книжечка какая-то, куча инструкций, инструкций. Котеночка. Гарантия. Котеночка на фон надо. Нет, подождите. Надо. Здесь вот такая коробочка. Коробочка. В коробочке. Это все в коробочку. Это вот все сюда. Просто туда. Да. Тут такая железная коробочка. Открываем железную коробочку. Такая штучка. Еще одна штучка. Вот это все мне. Тебе? Да. И готова черно-фиолетовую радость? Да. Видеть? Да. Это часы. С фиолетовым. С твоим любимым фиолетовым. Я думала, он будет сиреневым. Нет, фиолетовый. Я обожаю сиреневый. Ну ладно, сиреневый. Я обожаю вот этот цвет. А, там, с бирочками. Да. Вот такие вот часы. Сейчас мы эти замечательные часы будем дружить с не менее замечательным телефончиком. Да? Да. Вот с таким вот. Это мой телефончик скоро станет. Ну да, когда-нибудь станет. Когда-нибудь. Пока я еще с ним похожу. Вот. Вот и вся распаковочка. Коробочку верните на место, пожалуйста. Коробочку верните. Коробочка. Коробочка моя. Вернись, умоляй. Зачем? Надо. Зачем тебе коробочек столько? Я люблю коробочки. Да. Котики в жидкости, они любят коробочки. Да. Я тоже люблю котиков, значит, я люблю коробочки. Значит, ты тоже котик. Это же жидкость. Жидкость? Да. Жидкость. Скажи мне, пожалуйста, тебе часики понравились? Да. Можно мне в таких ходить? Да. С тобою? Да. За ручку? Да. Да? Yeah. Ну все, Маши, всем пока-пока. Всем пока-пока, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. А ссылка будет где? В описании. В общем, куча всякой литературы. Какая-то визиточка даже есть. Гарантийные обязательства. Есть вот такая вот памятка. Где чего находится, как скачать приложение. Есть мануал именно под эту модель, номер 3506. Проверил на оригинальность на официальном сайте через приложение. Все адекватно. Тоже какой-то мануальчик, сервисная книжка. Коробка с мешочком и со специальной вставочкой. Ну, типа это вот так вот делается, сюда вставляется. И можно часы сюда ставить. В принципе, оригинальненько. Но речь-то не об этом. Попробовал будильник, попробовал, как это все работает дело. И довольно-таки хорошо работает.
прямо утром проснулся и с приложением связывается. И да, мелко, конечно, написано. Вот, но предупреждает о звонке и о сообщениях из разных мессенджеров. И постоянная связь с телефоном. В общем, вот такая вот получается автономность. И все это вот в этом приложении. Все настройки, вся активность, шаги, 2464 шага, 711 калорий, килокалорий. Круто. Расстояние меряет. И уже суммарное время активности пошло. Пока только хорошее впечатление о часиках. В общем, как-то так.